Ребята, всем привет! С вами Полина и игра Tekken 7. Итак, ребята, в прошлом видео я ее начала проходить, мы познакомились, ну или я познакомилась, я не знаю, кто меня смотрит, может быть, люди, которые далеко не в первый раз эту игру видят, которые знакомы полностью с серией, кто его знает. В общем, я познакомилась в прошлом видео с некой семьей Мисима, там отец и сын враждуют друг с другом. Отец с какого-то перепуга убил мать своего ребенка. Мальчик хотел отомстить ему, но тоже погиб от руки отца. Короче, у них все очень сложно. Я не знаю, почему они должны подпитывать друг в друге вражду к себе, ненависть, а ведь видно, что они делают все, чтобы их родственники их же ненавидели. Это очень странно. Это логика какая-то сумасшедшая абсолютно. А далее этот старик не успокоился после убийства сына, видимо, ему было мало экшена в жизни, он решил пойти к каким-то солдатам, к какой-то банде солдат и забрать главенство над ними себе. Но при этом, исходя из диалогов, которые он вел с кем-то там, с Ниной, кажется, удалось выяснить, что он вроде как до этого управлял данной группировкой. Я пока еще не совсем знаю, что это за группировка, кто к ней имеет отношение, кто такая Нина, кто такой этот дядька сумасшедший, старикан точнее. В общем, у них тут все очень сложно, более чем сложно. Так, я хочу сейчас кое-что посмотреть еще в настройках. Вот, например, что среди тех клавиш, которыми я пользуюсь, обозначают клавиши LB или LB, я хотела глянуть. Или вообще что-то другое хотела посмотреть. Ладно, надо запомнить, что есть P и O. Вот O мне точно пригодится, потому что в прошлом видео оказалось, что для того, чтобы должно быть выполнить какой-то клевый удар или что-то типа того, нужно ее нажать. Какая-то Rage Art есть. В общем, посмотрим. Насчет мультика, который я смотрела. Да, есть такой мультик, называется он Tekken Blood Vengeance, что-то в этом роде. Переводится на русский как «Кровное месть», в общем, как-то так. И там действительно фигурировала та самая девушка розоволосая, она действительно робот, ну и бла-бла-бла, наверное, мы еще с ней здесь столкнемся. Давайте продолжать сюжет, и что у нас там разблокировано? Эпизод о персонаже, вы разблокировали новый эпизод о персонаже. Здорово, но я хочу просто продолжить. Как я могу продолжить? Наверное, главу 1 нажать надо. Блин, это что, с самого начала, что ли, все? И смотреть, и с солдатами сражаться, и все прочее. Я не хочу. Меня же как можно пропустить? А далее, а где у меня? А тут. Кажется, это G. Так, так, так. Дальше, дальше, дальше. Просто... Блин, что за фигня? То есть я... все вот эти вот субтитры просмотрела, а теперь мне нужно еще и картинки смотреть. Подождите, КБ, если нажать. Ну, КБ. Продолжить смотреть и пропустить. Давайте пропустим. Так, Enter. Вперед. Это давайте тоже пропустим. Черт, как уклониться-то? Я не знаю, я не умею уклоняться. Что именно нажимать нужно было? Что теперь... Теперь заново попробуем сражаться со всеми этими солдатами и попробуем мне не навалять, да? Значит, меня сохраняют по главам или что-то в этом роде. Блин, это не очень хорошо, я не готова постоянно одно и то же проходить. Это, в общем, очень печально. Блин, ты что творишь? Ну, уважай старика, уважай старость. Ну, в конце такая... Блин, мы в футбол, что ли, здесь играем? Он мне своим ударом ноги Ханка напомнил из «Обители зла 4». У меня бедный солдат не успел появиться, тут же я ему наваляла. Надеюсь, у меня получится сейчас разобраться с Ниной. Я бы еще хотела в этом видео... Хотя я не знаю, насколько это хорошая идея. Знаете, я ведь не думала, что сюжет именно такой, да? Я не думала, что я буду какими-то мужиками сражаться, маленькими детьми и всякое такое. Мне бы это и в голову не пришло на самом деле. Я хотела бы посражаться какой-нибудь девушкой, правда. И вот я не знаю, насколько это хорошая идея, если я в этом видео, например, буду... играть в свободном режиме и выберу при этом девушку. Я подозрительно быстро расправилась. Так,
Могу я... Ого, список приемов есть, ничего себе. И что за он, давайте глянем. Рейд-шат, нужно присесть, по всей видимости, и нажать две клавиши, которые отвечают за удары руками. Рейдж-драйв, во время рейдж. Рейдж-то ярость, по-моему, или нет? Надо будет себя в словаре посмотреть. Даже прямо сейчас, пожалуй, посмотреть, потому что я потом, скорее всего, забуду и бла-бла-бла. Рейдж, да, ярость, гнев, бешенство. Здорово. Я, оказывается, знаю еще одно слово по-английски. Так, флэш. Панч комбо. Черт, сколько всего! Я не в состоянии все это запомнить. Так. Надеюсь, я ничего сейчас не нажала, что-то типа начать заново там и так далее. Пропустить, пропустить, пропустить. Как это пропускается? Б. Пропустить видео. Все, давайте не будем их сейчас смотреть, потому что, ну, какой смысл? Я их все равно смотрела в прошлом видео, как и вы все наверняка, поэтому. Бедная Нина, у нее вообще что ли без вариантов? Я ее избиваю, избиваю. Не, это что она сделала? Только что желтенькое что-то было. Ау, 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 ау. Черт, я избивала Нину, но теперь, кажется, ее очередь настала меня избивать, да? Да блин, ну девушек вообще-то бить нельзя, но просто, блин, ну он же старик. Как бы. Нина почему-то его знает откуда-то, исходя из их диалога, просто видео я... Ау! Нина, ты что творишь? Набросилась на старика! Ах ты! Женщина несчастная! Все, бедняжка, я ее убила. А вот теперь Rage Art. Давайте посмотрим, что это такое. Окей? Мяу! И что это было? Кажется, он ей вреда вообще не причинил. Блин, печально, что Нина не стояла рядом со мной, когда я использовала свой Rage Shot. А вот я рядом с ней стояла. Черт, почему у нее Rage больше, чем у меня? Почему я больше не горю красненьким, она, да? Нет, я больше не могу использовать Rage Shot свой. Ну почему? Да ё-моё, Нина! Успокойся, бешеная женщина! Я понимаю, конечно, что тебе неохота давать главенство этими солдатами всеми, мне, бывшей владелице их, но, блин! Мяу! Смирись, Нина! Нина, кстати, оказывается, ирландка, это я из Википедии узнала, а не русская никакая. Опять солдаты высыпали. Я думала, я ее убила, а она все еще жива. Минутку, а где она? Куда она делась? Черт, многовато солдат. Что будешь делать, старикан? Попытался убедить. Поздно, старикан, ты уже оказал сопротивление. Нормально. И что, он так просто согласится? Видимо, она согласилась. Офигеть. Непривычно его в таком костюме видеть. Похож на мафиози. Даже если бы они высказали свои предположения, почему они их сейчас... А они его по экрану видят, то он бы все равно их не услышал, поэтому бесполезно спрашивать у всех этих людей, почему они его видят. Турнир возвращается. Это, наверное, очень хорошая идея для сильных, но при этом не очень богатых людей. Это его сын? Похож прической. Только прически их можно узнать. Подождите, она говорит по-английски, а он по-японски? Как они понимают друг друга? Или они все владеют несколькими языками, и они без труда понимают и английскую речь, и японскую, могут выражаться абсолютно на любом языке. Что, полиглоты, что ли, все они? Не только сильные, но и так. Голова 2, пламя мести. Что это за журналист такой? Почему он нам рассказывает всякие вещи не только о себе, но еще об этом семействе?
the announcement of the King of Iron Fist tournament. Он реально был принимать участие в турнире или как? But none of that mattered to me. From my drab room, I just stared up at the moonlit sky. Да уж. После того, как он свою семью потерял. Ничего удивительного. The concept of evil seemed so vague. Who torched my hometown? The Mishima Zaibatsu? Or was it G Corporation? With the Тот, кто войну развязал. Chaos, who could tell? Тот, который потом пропал. In the darkness, Дзин или как его там? A fellow reporter visited me and offered me a ray of hope in the form of an expose on G Corporation. Черт, я боюсь, что им не поздоровится, этим репортерам, журналистам и прочим, которые решили связаться с корпорацией G. Я, конечно, ее не знаю, но я подозреваю, что это довольно опасные товарищи, поэтому... So it was only natural that they saw G Corp as their saviors. However, my reporter friend came into my hotel and barely able to contain his excitement, presented me with a picture. Ого, это еще что такое, что за дичь? G Corp's true colors, which conflicted with their public image. The picture shed light on the incident that had occurred only a few months earlier. Мне пока это свет ни на что не пролило. Я до сих пор не в курсе, кто такая корпорация G и всякое такое. После турнира король Железного кулака 4. Боже, что это такое? Мамочки, что происходит? Старика пытались уничтожить всеми силами, но ничего не получилось. Ого, ничего себе! Минутку. Я, наверное, опять сейчас появлять буду, только вот кем? Это роботы, видимо, их послала корпорация G. Ой, 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 ничего себе! Блин, он слишком силен! Черт! Как сражаться с роботом, а? А я сейчас, получается... Это кто? Это сын того старика или нет? Почему они вдвоем сейчас? Что вообще происходит? Мы опять в каком-то другом временном измерении? Сколько ж можно? Где моя рейдж? Что я от робота только что услышала? Он как будто завопил человеческим голосом. Ау, ау, ау! Черт, черт, они сильны! Если не буду бить, бить и бить, то я позволю... Ау! Ему себя бесконечно ударять. А уж они своего не упустят. Я надеюсь, это последний, потому что меня надолго не хватит. Ау! Я тоже умею, блин, ногами драться. Как бы это странно не звучало. Еще один. Да откуда ж вы беретесь? Какая вертушка! Ничего себе клевая! Фух! Я едва ли под его удары не подставилась. Что, еще один? Фух. Я подумала, что еще один будет. Не понимаю, нет, похоже, мы не в это время не вернулись. Похоже, это отец и сын, они после того, как отцу удалось захватить главенство над теми солдатами, и когда он узнал, что его сын оказывается жив, похоже, это они тогда воссоединились. Очень странненько как-то, если честно. Я думала, они друг друга хотели перебить, а они вон как вместе сражаются. Джек какой-то 4? Джек, блин, на Шварценеггера больше похож. Лицом своим. Ау. Черт, я уже не могу увидеть, где настоящий, ну, не настоящий, а живой, если, конечно, по отношению к роботу это применимо. Где живой робот, а где не очень. Да черт, он же всего лишь старик, сколько можно его избивать? Черт, я умру так. Блин, трупы. И не трупы роботов, они как раз смешивают друг с другом. А что, это модно, что ли, сейчас ракеты такие носить? Модные роботы у нас? Ай, блин, так черт побери, я же могу от этой атаки уклоняться. Нет, я туплю и не уклоняюсь, ну. Так,
Все, последний робот. Надеюсь, мне удастся с ним довольно быстро разобраться, потому что если нет, то черт, я в опасности, моя жизнь в опасности. Где мои рейд-шаттли? Нет, еще один робот. Да сколько можно? Я сейчас умру, блин, тут вместе с этими роботами. Будет среди всех этих трупов роботов не только их трупы будут, но еще и мой. Надеюсь, что все. Еще кто-то, еще что-то. Черт. Боже! Предатель. Ой. Бомба! А точно корпорация G хотела их уничтожить, а не сынуться? Я их не понимаю, то они вместе сражаются, то они так друг друга подставляют. Ну пипец просто всему. Это он перед зданием корпорации G, что ли? Кто вообще такая эта корпорация G? Глава 3. Как быстро время здесь летит. Стрелки Сириуса. А, так это было в особняке все до этого, то, что в Мюдере происходило. After the explosion came the deaths of a number of G Corporation's executives. The newspaper. Значит, сын до них добрался все-таки. Series of tragic occurrences. Да уж, совпадение, как же. Совпадение? Не думаю. In reality, an attempt by G Corporation to take out one of their own had failed. А, то есть сын работал на них, а они его захотели убрать, ну почему? Какой Кадзуя, сын, просто сын старика сумасшедшего, и все. Мишима began to manipulate G Corporation from the shadows. Если честно, я уже ничего не понимаю. Я не понимаю, что это за ненависть такая отца к сыну и наоборот. Что, все очень странно. Нила снова. Что ты планируешь на этот раз? Джин использовал заибатсу, так что... 世界を掌握するためには、カズヤを倒すだけでは意味がない。世界中の世論を味方につけねばならん。Surely you can't. Старик вышел все-таки. Planning on using the society's underground network. Как будто это что-то удивительное, да, что он вышел. デビルであることが知れ渡れば、晴れて人間であるわしの正当性を主張できる。Офигеть。今回の大会は Полетет интриги, старик. Хорошо, наверное, в личном самолете лететь. Самолет корпорации, вижу по крылу. Ничего себе, какие клевые статуи у них. Рейдинг their HQ for not returning your calls. You're quite the negotiator. Я, блин, Нину не понимаю. Из нее чуть ли дух не вышибли, она согласилась на того, кто ее едва ли не убил работать. Бред какой-то. А можно я буду Ниной управлять? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Тоже я буду ими обоими управлять. Фу, что это за уродские маски? Как будто мы вернулись во времена Святой Инквизиции. А где же ваши плащи, ребята? Ага. То есть пули тебе не страшны? Sei venuto di persona. Это еще кто? Allora è vero ciò che si dice sul tuo conto, Heihachi. Kisama ga saikyou no exorcist. Экзорцист? Что мы делаем в его особняке? La tua offerta. I cacciatori Sirius sono unici al mondo e siamo sempre stati indipendenti. Оу. Подозреваю, что мне с ним сейчас сражаться придется. Необычный экзорцист какой-то. Ха-ха,
Блин, старика вообще ничто не берет. Ни огнестрельно... Блин, какие пальцы жирные, ничего себе. Ни огнестрельное оружие, ни бомбы. Ау! Ничего себе, быстрый, быстрый такой. Чё-то мне... Да, блин! Чёрт! Все, теперь моя очередь атаковать. Потому что если я этого не сделаю, Клаудио меня сделает. Силён, силён. Что мы от него хотим? Мы хотим его на свою сторону таким образом переманить, чтобы турниры... Турнир снова пришел в действие. Ау! Да блин, он как будто лук тетиву натягивает, как будто и в меня стреляет. Ай-яй-яй! Блин, Клаудио, не мог бы ты поближе ко мне держаться, когда я тебя атакую? Ладненько, мне бы это заметно жизнь облегчило. Я серьезно, блин, я боюсь уже на свою жизнь! Все еще жив? Ай, да ё-моё! Не могу, я не успеваю уклоняться слишком быстро. Можно в замедленном действии каким-либо образом? Было бы реально здорово. Блин, старик даже в этом костюме довольно себя... раскованно, свободно чувствует, и ему не составляет труда вот так вот запросто сражаться даже в этом костюме. Что ты делаешь? Нет! Что-то меня убьет, он убьет меня. Почти! Все, я так и знала. Я знала, что мне не победить. Это было слишком сложно. Давайте попробуем еще раз. Придется вынести для тебя мое решение иным способом. Я надеюсь, что у меня получится победить его на сей раз, но я очень в этом сомневаюсь, если честно. Я не верю в себя сейчас уже больше. Может быть, в следующем видео получится, но то, что в этом, очень я сомневаюсь. Ай, почему он использовал свою рейдж, а я свою не могу? Мне бы она очень пригодилась. Как будто она что-то лишнее, да? Я бы предпочла, чтобы Клаудио просто стояла, я его била, била и била. Мне бы это... жизнь облегчила бы. Серьезно. Кое-как повредив его поясницу, я смогла выжить. Да блин, если попалась. Вот он уже красным загорелся, он уже свою рейдж может использовать. А я почему свою не могу, я не понимаю. Как мне загореться красным? Значит, было без рейдж действовать. Нет, только не опять, пожалуйста, только не снова. Не хочу больше никаких рейдж на себе испытать. Блин, какие памятники у него клевые, там женщина классная. Она меня отвлекает, блин! Фух. Я это сделала. Фух. На фоне клевой женщины, слава тебе, Господи. Я думала, у меня опять умрет. Угу. Но ты же экзорцист, ты же меня сможешь от этого избавить, не так ли? Анина просто стояла и смотрела, как меня убивают, нормально? Еще один дьявол. Тут дьявол, там дьявол, жесть. А, то есть отец понял, что он не в состоянии справиться с собственным сыном, да? Поэтому он на свою сторону перетаскивает более-менее влиятельных людей и сильных. Да уж, старик умеет убеждать. Странно, что прическа этого парня не потрепалась даже после того, как с ним так жестоко поступили. Все, ребят, я, наверное, буду прощаться с вами, потому что эта игра просто взрывает мой мозг, если честно. Как я уже и говорила неоднократно, я бы хотела поиграть какой-нибудь девочкой, но мне... пока позволяют играть лишь мужиками, и непонятно, будет ли... Так, подождите, давайте это до следующего раза отложим. Так вот, непонятно. На протяжении ли всего сюжета мне будут позволять лишь мужиками играть? Или же потом я смогу все же, ну, хотя бы Ниной поиграть? Неясно, но надеюсь на лучшее, что все же я смогу играть девушками каким-нибудь.
локальная игра, наверное, подразумевает, да, что можно девушкой поиграть. Ну, сейчас я не хочу проверять, и давайте пока будем прощаться, а там дальше видно будет. Наверное, имеет смысл все же пройти сюжет, а потом уже браться за другие, как это обозвать, разновидности, виды, в общем, чего-то там такого, забыла опять слово этой игры. Ну, в общем, за вот эти аркадные бои, бои за сокровища, поединки, тренировки и бла-бла-бла. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, если это видео вам понравилось. Всем всего хорошего, ребята, и пока!